Всем привет, мои дорогие подписчики и гости канала. Вот мы сейчас идем, не представляете зачем, а затем, чтобы сейчас попробовать все наши продукты из ИРП, из индивидуального рациона питания, приготовить. Выбрали мы в этот раз локацию на природе, так как дома это все будет делать проблематично. На природе вроде как в более таких полевых условиях испытать, так сказать, все это прямо прочувствовав на себе. Итак, вот наборчик, который я подготовила. Здесь такое местечко мы нашли, чтобы посидеть можно и все остальное. Так, ну я предлагаю начать с мяса птицы, с говядины. Так, это мы не будем поджигать, это тоже. И вот это вот, это все мы должны приготовить. А для приготовления у нас есть спички и эти... Вот эти вот, которые надо поджигать, разогреватель портативный. Так, это все я отставляю, потому что пока нам это не нужно. Самое основное это вот, что мы сейчас будем делать. Вот я их все разложила. Пока покажу, вот в каком местечке мы остановились. Это вот такая вот, так сказать, у реки, у воды, вот такой вот привал. Здесь у нас свой стульчик. Здесь вот я вам сейчас вот так вот сейчас встану, продемонстрирую, какая это все смотрится. Вот, видите? Примостились, так сказать, как смогли. Солнышко. Так, вот я беру основное, что нам сейчас нужно. Скрываем. И будем сейчас все это делать. Так. Так, вот он, таганок, как оказалось. Оказывается, все у нас было в наборе. И тут написано, отогнуть вот эти вниз, а угловые концы вверх. Сейчас это все мы сделаем. Сделаем, чтобы она была устойчива. А эти вверх. Так, я поняла, вот так. Вот такая конструкция у нас получилась. Все, сделали, да, такую штуку. Кладем эту таблетку. Теперь нам нужны спички для этой цели. Сейчас мы будем поджигать их. Точнее, не спички, а таблетку. Так. Вот такая вот спичка. Вот, видите, как она выглядит. И вот поверхность, по которой мы будем чиркать. Что у нас тут написано? Взять упаковку пластин на одну воду воспламенить трение спичной головки отёрочную пластинку. Оп! Видите, как быстро. О! Я надеюсь, мы тут не спалим стол. Так, получилось у нас поджечь, да? Все, устанавливаем еду. Открывать ее? Я так поняла, я сверху так, да? Вот, по идее, вот такая конструкция. Посмотрите. Я не знаю, правильно мы сделали или нет. Главное, чтобы не взорвалось. Я не знаю, надо было ее открывать или не надо. Ну, сейчас посмотрим. Так. Как мы должны понять, что она заготовилась, а? Как мы должны это понять? Вот, по-моему, там уже что-то поднабухает. Поднабухает. Мы ее подогреем просто сейчас. И поставим следующее разогреваться. У нас сейчас будет пир. Пир на весь мир. Наблюдаем, как установить то,
что она приготовилась. Как я должна это понять? Интересно. О, по-моему, оно сейчас уже это... И ничего не будет? Или она уже от ветра? Все, убираю. Я думаю, что она уже готовилась. Давай следующий ставим. Так, давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Так, но может быть она снизу прогрелась, а сверху-то и нет. Так-то у нас есть для этого ложечки. Сейчас попробуем. Вот такая вот. Это у нас была говядина с крупами и овощами. Сейчас я буду дегустировать. А так, может быть, даже бы еще поставить. Да? Хорошая. Не холодная, она тепленькая. Наверное, надо было еще подольше ее. Ну, сейчас мы еще ее поставим. О! Убираем. Блин. Еще. Для этой цели у нас нет щипцов. Ай! Установили эту. Надо чем-то засыпать. Чем это засыпать? Ставим следующее. Мясо птицы у нас чуть-чуть оплавилось. Я так понимаю, все-таки их, наверное, надо изначально открывать. Ну, откуда мы знали? И это тоже не открыл. Ладно, фиг с ним. Так, давайте пробовать мясо птицы. Это с фасолью. И овощами. Замечательно. Очень вкусный. Подождем, пока следующее блюдо готовится. Наученные опытом, мы уже сняли предварительно мясо птицы, не дожидаясь, пока она у нас поплавится. И сейчас я открою последний фарш, ветчинно рубленый, тоже его подогреем. Фу. Эти комары. Офигеть. А мы его так-то не откроем. Я так понимаю, все-таки его нужно ставить прям вот. Он от температуры, потом там отплавляется, он хорошо вскрывается. А так очень тяжеловато. Давайте попробуем вот это мясо птицы в томатном желе. Ой, тут прям у нас все, желешка вся расплавилась. Такой соус получился. Поближе. А вот с пылу, с жару. Попробуем. Да, томатно ощущается. Также возьмем хлеб. У нас вместо хлеба галета. Такая вот галетка. Это безвкусная, как печенька. Очень жесткая. И вот мы ей так вот прикуску едим. Больше всего мне понравилось первое блюдо. Да.
говядина с крупами и овощами. Так, отлично. А на природе так еще больше разыгрывается аппетит. Все, убираем. Посмотрим, как теперь мы его откроем. Что так, что так. А, вот, пошел. А когда он был не горячий, то его вообще невозможно было открыть. Тут хоть чуть-чуть. Вот такой фарш. Чинно рубленый. Продегустируем последнее горячее блюдо. Больше нам этот не понадобится. Вкусно. Можно очень хорошо наесться. Мне понравилось. И класс, у нас горелочка и прогорела. Это же. Все, включай назад. Оказывается, мы забыли еще одно блюдо. Перец. Резанный с овощами. Забыли. Что ж, придется заново. Так, ставим эту. Берем спичку. Куда я делал-то? А, вот она. Чем поджигать? Чем поджигать? Сейчас. Очень все спокойно, легко поджигаем. Она не тушится, ничего. Вот я просто ее поставила. Сейчас она его, вот этот вот штучку эту подожжет сама и потухнет. Вот такая система. Мы сейчас повторно поставили говядину. Тут не знаю, правильно это или нет. Может быть, убрать уже? Да, да? Как нет? Быстрее убираем. Все, это я убираю. И сейчас вот посмотрим перец. Резанный с овощами какой у нас. Ой. Тяжело открывается. Последнее блюдо – это перец, резанный с овощами. Вот такусенький он, маленький. Сейчас будем пробовать. Я уже немножко сломала свою ложечку. Ой, он такой самый у нас этот... Жиденький такой, как те не какие-то прессованные, а этот такой прям жиденький. Вкусно тоже. Все очень вкусно. Приступаем к сыру. Вот такой вот сыр плавленый. Сейчас будем пробовать, что он из себя представляет. Точно типа сулугуни, не соленый. Мне не очень. Так, вот так желе выглядит. Я сейчас вот его вскрыла. Оно даже не похоже на обычное желе. Оно как по типу повидло. Попробуем, как оно по вкусу. Повидло. Самое натуральное. Вот. Очень даже вкусное. Итак, также мы забываем про чай. Так как у нас в этом наборчике очень много сладостей, шоколадная паста и желе, вот это, оно слащенное, вообще страсть.
Потом еще палочка такая вот фруктовая. Салфетки. Ну, это, конечно, не сладость. Я имею в виду, что у нас тут вообще весь ассортимент. Мы сейчас сделаем чай и кофе. Так как вот у меня есть два стаканчика, вот кипяток. Сейчас я в одну заварю чай, в другую кофе. Берем сахара и чай один и один кофе. Пакетик. Также у нас есть еще такая ложечка, которую мы не использовали. Так, в этот засыпаем кофе. Вот такой вот он. Кофе покажи. Ну, обычно растворимый. В другой мы засыпаем чай. Сейчас еще сахарку добавим. Прям очень много сахара. Я не знаю, по-моему, тут больше 3 ложек точно. Ну, если что, подсыпем. И чай. Этот сахар, он прям до краев. Хотя, наверное, даже и весь пакет высыплю, да? Ты будешь весь? Пофиг. Осталось-то там. Кажется, что много. А так-то это 20 грамм, сколько это получается? Одна столовая ложка сахара, 2 чайные. И кипятком заливаем. По-моему, вода у меня здесь еще не остыла. Это у меня металлический термос. Ну как термос? Такая бутылочка. Термо. Термобутылка. Все, отключай. Включил? А что не отключаешь? Так, и теперь перемешиваем. Это кофе. И чай. Все. Убирай. Так, ну давайте теперь еще выложим наши сладости к чаю. Это желе. Паста шоколадно-ореховая. Мы можем ее намазать на галету. Будет типа пирожного. Сейчас продегустируем, что она из себя представляет. Такая тягучая. Обалденная. Вот такая. Еще у нас тут одна сладость. Это такой вот, такая вот палочка. Фруктовая. Сейчас еще тоже вскроем, попробуем. Вместе с чаем. Так. Ее мы можем прям так откусывать. Она как батончик. Вот она такая. Очень вкусно. Итак, вот мы сейчас прибазировались на другое местечко. Попить кофе, чай. Я пью кофе. Кстати, я его попробовала. Он очень получился сладкий. Но так по крепости хороший. И также я еще вам забыла показать одно повидло. Тут у нас еще было вот такое яблочное повидло. Вот. Сейчас я его сделаю как пироженку на галету. В принципе, оно, ну как сказать, повидло и повидло не очень-то оно. Я вам честно скажу. Вот такую вот штучку я себе сделала. Ну, как пирожное, оно лучше. А вот отдельно, если я его так пробовала, мне оно не понравилось. Вот, оно, кстати, желе почти той же консистенции. Но желе, оно вкуснее. Покажи вид, какой у нас тут открывается. Ну, посмотрите. Какая тут у нас красотища. Река.
Мы с ним прям сидим и смотрим на реку. Вот такой вот был сегодняшний у нас обзор. ИПР и дегустация. Всем спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами была Идея молодой хозяюшки. Всем пока-пока.